Культовый герой превратил в культ и свою одежду. Тот самый растянутый свитер спустя 20 лет после выхода фильма не выходит из моды. Его не купить, поэтому вяжут. Так в Барнауле к Новому году появился наш свитер брата. На мне он бы смотрелся почти так же, как на Сергея Бодрова, вернее, Даниле Багрове. Здесь даже пуговица почти та же, что в фильме. Хозяйка свитера очень попросила его не примерять, все-таки оставить это тому, кому он будет подарен. Бюджет фильма был ограничен, одежду искали где придется. Этот знаменитый растянутый свитер купили в секонд-хенде за 35 рублей. Мастерица Надежда собирала легенду по стежкам. 2 недели искала пряжу. Ее снимают с производства. До полного сходства нужно подождать, пока он растянется. Воссоздав весь шарм вещи, девушка претендует на звание профессора свитера Бодрова. Есть форумы, на которых вязальщицы делятся секретами вязания свитера Бодрова. Есть особенная пряжа, из которой вяжется вот этот свитер. И там не одна ниточка, а две, чтобы вот был вот именно вот этот эффект, как в фильме. Вот, собственно, мелочь. Мелочи на окне Александра Лысикова на десятки килограммов. Из нее, как из конструктора, мужчина собирает фигуры. Это шея, это пошло туловище, это когти, если распилить. Сварка, обточка, покраска, в итоге изящный дракон, или человек, или цветы. К Новому году уже готовы подарки-органайзеры. Что сделать из шестеренок, каждый раз мужчина придумывает на ходу. И после железа переводит дух. Адреналин, наверное. Ну, нравится. Да, ну, нравится у него. Когда из металла получается, я сам не думал. Мне вот вообще, если честно, я бы хотел научиться вот ковать. А Михаил Бирюк преображает цветы. Наносит на лепестки, нет, не эликсир молодости, а клей. Затем вот такой иней, это специальный порошок. Немного волшебства, и букет в новогоднюю ночь можно вручать прямо под луной, а затем ежедневно заряжать их под лампой. Розы также продолжают светиться в течение там, некоторого времени, пока мама засыпает. То есть срока годности у них вообще нет? Вообще нет. Тут уже вопрос в том, как долго цветы протянут. Выбрать оригинальный подарок или что-то практичное решать, конечно, вам. Но не забудьте порадовать своих близких к Новому году и поторопитесь. Осталось всего 2 недели. Анастасия Дороган, Николай Шелко, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. Наши новости.